Всем привет, это блог From Ukraine 2, и сейчас я в Доме здравия был, проходил медкомиссию. Надо проходить медкомиссию для того, чтобы получить боровок, новое введение в законе. И я вот проходил эту комиссию, взяли анализ крови, анализ мочи, прошел психиатра, кардиограмму сердца и еще какой-то врач, я так и не понял, мне к нему надо в 14:30. Сейчас я в районе Старый аэродром, и я тут, честно говоря, был только один раз на такси, и это было опять-таки возле этого Дома здравия, когда мы Катю хотели устраивать. И говорят, это район такой цыганское гетто. И короче, я тут не бывал, но в принципе очень так красивенькие дома тут есть, конечно, вот советские развалины. Ну вот слева вот все частные, которые построены, все очень даже качественные, практически как наши. Да, я сейчас пойду прогуляюсь. Я тут пока ехал на такси, оказывается, тут все основные дилеры по машинам здесь у нас. У нас здесь большие торговые центры. Сейчас пойду посмотрю, как там, что происходит. Может, если что-то получится, поснимаю. Да, по поводу, конечно, анализ крови я здесь ни разу не сдавал. Но делают они это прям очень быстро. Она мне три пробирки, там раз, два, три, и все. И не так, как у нас там сидеть капает. Что-то там специальная такая какая-то игла, которая только когда всовываешь пробирку, только тогда она с клапаном такая кровь набирает. Ну, короче, очень, очень быстро. Ну, а в принципе, баночка, она везде баночка для других анализов. Так что совсем скоро получу ВНЖ. И буду надеяться, что оно у меня получится. Пока есть виды на работу, так как я устраиваюсь. Да, ну а те, кто хочет получать, будьте готовы. Надо 3500 евро для получения вида на жительство. Все. На связи. Может, что-то еще поснимаю. Это у нас Subaru. Красивые газончики такие тут. Тут у нас тоже есть машина Subaru. Дальше Petrol. Там есть BMW вдали. Toyota. Я там видел одно здание прикольное. Сейчас вам покажу. Это просто автомагазин здоровый такой здесь. Какой классный. И на самом деле классно то, что вот все... Везде газончики такие пострижены, поэтому что-то внешние бордюрчики не поубирали. О, и King's Land. Надо сюда купить памперсы. Короче, купил я памперсы. Вот такие вот пакеты дают. Короче, тут проблема на самом деле. В Черногории они все пакетные люди. И все почему-то пакеты. О, березка. Даже растет тут какая-то. Мы проходим концерн Volley Motors BMW. Да, и вел у них там тоже BMW-шный, крутой, на машине. Да, и подходим сейчас к вот прикольное здание такое. Хотел вам показать, чуть-чуть подождите, потрясет. Хотел показать классное здание. Это, я не знаю, что за здание. Но оно с одной стороны вот такое. Кривовато, а другой волнушное такое. А вот там дальше отель есть. А вот тут пустырь. И вот за пустырем мы видим железная дорога и железный вокзал. Я, в принципе, не сильно далеко от дома, но, как вы знаете, тут не сильно подгорится и большая. Вот сейчас... Ой, правда, солнце, наверное, будет сейчас вам мешать увидеть это здание. Но, тем не менее, вот оно такое вот красивое, волной идет, стеклянное. Прикольное офисное здание. Правда, оно еще не сдано в эксплуатацию, но классное, все такое стеклянное, волнушное. Так, ну а тут дальше Toyota. И потом супермаркет, и в принципе я поеду домой. Мне к врачу в 14:30. Если получится, может, что-нибудь даже поснимаю. Поликлиники, не знаю, если получится.
Вот такая вот поликлиника. Хотел вам показать. Кстати, эти управлялки-то всякие. Окна все закрыты, там есть у нас внизу такая маленький небольшой зеленый сад. Там вот внизу. Все чистенько убрано, есть третий этаж. Я там, правда, не был. Пойдем сходим, посмотрим, что там. А, тут стенка. Там облом. Там, наверное, закрыто. Так вот, ну такая вот поликлиничка. Тут приемная, не знаю, можно тут снимать или нет. Опа, тут сразу почта и все. Вот так. Оп. Такой дом здравия. Вот такси, может, там со мной. Ладно, пойду прогуляюсь чуть-чуть. Все, получил я. Все нормально, я здоров. Меня беспокоило чуть-чуть. Там доктора, когда мне брали кардиограмму, чуть-чуть они, что-то мне несколько раз ее брали, и я подумал, что, блин, может, моя трейдерская карьера сводит мое сердце куда-то не туда. Но нет, все хорошо, все супер. Все поставили мне, все анализы крови, несмотря на то, что я был покушавший. Все, короче, сделали классно. И все, поеду через 2 недели подавать документы на ВНЖ. Сейчас пока иду гулять. Так что все. Увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, если есть какие-то. Если нету, просто сотрите и наслаждайтесь, как мы тут живем. Все будет классно.